На канале ТВЦ состоится премьера 4-серийного детективного остросюжетного сериала «Комсомольский роман». Сериал входит в цикл детективов «Женская версия». В центре сюжета нового расследования Васильев и Смирнов, которые расследуют убийство инструктора райкома ВЛКСМ Велены Тимченко. Девушка была сброшена с верхнего этажа своего подъезда. По лестнице разбросаны новые 10-рублевые купюры. Разматывая нити этого дела, Васильев понимает, что жизнь комсомольского лидера была далеко не такой прямой, как линия партии. Годы спустя внучка легендарного советского следователя пытается раскрыть другое преступление, ключ к которому также стоит искать в тайном увлечении. Главные роли в сериале исполнят Софья Ардова, Галина Сазонова, Кирилл Жандаров, Влад Конопка и другие. Премьера 4-серийного детективного остросюжетного сериала состоится 19 декабря на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.